Одесса, начало 20 века. В театре кабаре бурлит жизнь. Песни и танцы, дуэты и кор-де-балет. Но это на первый взгляд. А что же скрыто внутри? Я счастлив представить вам, господа, феноменов каскадного танца Альфреда II и мадемуазель Софи. Конечно, может возникнуть вопрос, почему Альфред II, а скажем, не первый или не четвертый. Отвечаю, господа, их было два брата Альфреда, оба близнецы. Однажды они пошли купаться, один из братьев утонул. Как позже выяснила проницательная одесская полиция, утонувшим был он, господа. Это, конечно, шутка. Основана на реальных событиях. Героика – приключенческий музыкальный фильм выдающегося кинорежиссера Георгия Юнгольд-Хилькевича. Золотой фонд советского кино. Опасные гастроли. 6 июля в 22:00 на телеканале «Самара ГИС».